Кольцевое движение. Вроде да. А номера у них такие же, как в Америке, ну, в размерах. Ну, не европейские во всяком случае. Потому что все машины американские нестандартно были. Не, они номера-то можно приколоть куда хочешь. Ну, неудобно же, удобно же, это место есть. Да нет, вон по России ездят машины. О, тайская еда здесь, несмотря на то, что по России ездят машины из Америки. Там же, где не помещается номер, они его все равно как-то там припустят. Я понимаю, но так же неудобно, если здесь бы поголовно так было бы прихлопнуто. Ну да, было бы не очень удобно. Ну, вот наша гостиница. Так, а нам сюда, я думаю, это левая сторона все еще, да? Да. Блин, фиг поймешь. Знак-то в нашу сторону. А, не наша гостиница, да. Вот это Bay Street, или как она там, она дальше туда? Bay Street, она, видимо, туда идет дальше, потому что это какая-то уже гостиничная улица. Ага, понятно. Интересно. Кольцевое движение, но теперь туда. Ага. И вот весь поток основной как раз туда идет. Ага. Все правильно, потому что туда надо ехать, да, ну да. На порт. Так, автобус нас хорошо закрыл. Машина перед нами, я почти уверен, что у нее руль слева. Потому что она явно из Америки привезенная просто. Ты, по-моему, больше машин с левым рулем, чем справа. Ну да. Не, я вообще офигеваю от этого беспредела. Левый, правый, вообще фиг поймешь. Половина так, половина так. Ну, говорю, чистый Владивосток, только наоборот. Угу. Так, вот, знаешь, куда вот основной поток едет, нам туда, наверное. Ну, скорее всего. Вот туда, куда они едут, туда мы и поедем. Не, может быть, конечно, если бы руль был с этой стороны, было бы, может быть, даже лучше. Так у тебя все наоборот. А так мы едем как бы на нашей машине, но как-то непонятно. Ну да. По Англии, ага. Бывшей. Ага. Вот английская колония. А тут все, смотри, новые гостиницы строят. Да? Причем китайцы строят, на китайском написано. Ага. Так, еще кольцевое движение. Что-то тут этих кольцевых движений, блин, дофигища. Угу. Одни кольцевые, зато светофоров нет. Кстати, мы не видели еще ни одного светофора здесь вообще. Вообще, да, точно. Все круг кольцевые, кольцевые. Нет, ну в городе, наверное, будут светофоры. Ну да, все да. Равно. Так, ладно, хватит, пора идем гонять. Это 12-й автобус. А, он еще есть не только 10-й, есть еще и 12-й какой-то. Ага. Да ну на автобусе еще ездить, блин, приехать, ага. Этот, как его, приехать в отпуск и еще на автобусе ездить, что-то совсем фигня, ну, да. Какая-то. Запарили кольцевые движения, лучше бы светофоры были. Нет, туда останавливаться пришлось бы. Ну, короче, тут палка от двух концов. Просто что-то много их так, опять, смотри. Ну, перекрестков нету. А куда нам вообще надо ехать-то? На фишмаркет по этой фиш-маркет улице. Фишмаркет, где, да. Куда? Ну, мы его увидим, там будет много магазинов и ресторанов, и, блин, понятно будет, что мы приехали. Bahamas Development Bank, ты смотри, какой красивый. Ох ты, ё-моё. Да, 35, о, миль, смотри, теперь миль, там MPH, да. Написано, то есть это все-таки, да, в милях скорости здесь. Потому что где был знак 25, это был ужас. Какой нафиг 25? Ага. Следующее кольцо. Ну это перекресток. Проспект Рот, кстати, написано хотя бы. Ага. А, здесь, кстати, не кольцо, здесь так. Подожди, мы едем по проспекту Рот сейчас? Нет, туда проспект Рот. А нам надо сюда, это West, как это там, West Bay Street или что это такое. Здесь, по идее, правило slow traffic, keep left. Ага. Ну, то есть, что медленные сверху должны ехать, да. А не справа. Здесь этого правила, наверное, вообще нет. Скорее всего. Это что такое? Какой-то корпорат-центр. А здесь уже дорога маленькая стала. Ага.
Suzuki. Вот это, возможно, из Японии машина. Что в Америке таких нет. Значит, руль у нее с нужной стороны для этой страны. Наверное. Ух ты, какая вода. О, вода классная, красивая вода. Еще островок какой-то там. Mm-hmm. Вот посмотрел. Ага. Интересно, а если на стоянку какую-то платную заезжать и билетик брать, с какой стороны будет автомат для билетика? Не знаю. Потому что я читал, что, я тебе говорил, что, да, что во Владивостоке сделано с этой сделано стороны. С правой стороны, ага. Потому что 60% как минимум машин проворуют. Mm-hmm. А здесь тогда с какой стороны? Здесь вообще беспредел, не поймешь, что. Mm-hmm. Фиш-фрай 1.5 мили. А что это за фиш-фрай? Ну это вот где... Это есть этот райончик, где ресторанчики всякие. Нет, фиш-маркет этот райончик. И фиш-фрай его называют тоже. А, да? Mm-hmm. Интересно. Ну ладно. Понятно. Они что-то заборчики такие стоят, покрашенные. Ну это частные домики всякие. А, да. Которые прям на улице. Даунтаун нас. Вот мы в центр въезжаем. Не, через 2.5 мили. Ну да, да. А вот это домики, это уж частные, наверное. Ну, просто люди живут там или что? Ну, может, кто-то купил, может, ну, местные живут. Ну, не гостиница, наверное. Да, да. Вывесок нет никаких, ничего нет. Не, ну это частные дома или сдаются, или просто живут тут люди. Может. Заправка, кстати, если что есть. Да. Так, это что, кольцевое движение опять что-то? Такое, вот да. Они, блин, тут устроили какую-то жизнь. Нам, видимо, сюда пока. Да, нам прямо ехать надо все время. Shell, но почему-то Quality Fuels написано. Это у них бренд. Местный такой, бренд, типа, здесь, или что это? Маяк вон там. Маяк? А тут не один, и где-то еще я уже видел маяк. А что тут, что мы стоим-то? Не знаю, какой-то ржавый. А-а-а! Понятно. Он поворачивал нас на заправку. Это что, корабль ржавый? Ага. Что это? А вон круизный корабль. По-моему, он плывет даже. Ага. Там, а там где-то порт же круизных кораблей этих. А, там, да? Ну, не помню, по-моему, там. А, возле Paradise Island. Вот это вообще машинка. Проехала сейчас. Да, но как раз таки возле Paradise Island вот эти круизные корабли все останавливаются. А это, смотри, какая-то стоянка, машины там стоят, не корабли какие-то непонятные. Что это вообще? Не, вот тут страна гибридная какая-то, непонятно чего. О, вот так вот прикольно есть покупать. Вот где сейчас там они жарят и продают. Да, да, это самый прикол, это самые местные. Что, может, туда поехать? Да ладно, поехали уже, пока едем, исследуем, что тут что. Таких еще увидим много, я думаю. Тогда. Да. Я не знаю, может, это вообще семейный пикник, но я просто я не знаю, как выглядит, когда продают. Просто... Ну вот это стоят. А это вообще продукты продают? Ну да, фрукты. Наверное, дешевле, чем в супермаркете. Не знаю. В супермаркете они, может, выращенные, а здесь они настоящие. Поэтому, может быть, и наоборот. Органическая еда. Ну, может, не знаю. Ну, короче, когда продают еду, вот я читала, что если продают чисто местные, жарят так вот и продают, ага. То самое дешевое и самое прикольное. Ой, мы этих ждали, что ли? Да. Ха. Да, на таком мотороллере пилят. Ага. Прикол. Ликер Сторм, между прочим. О, как хорошо. Нормально. Ну и что люди ругаются, что здесь движение такое все сумасшедшее. Это... Они в Нью-Йорке не были. Ну да, видимо, да. Да, они... да это точно. Это же все из ну, со всех штатов разных пишут. Ага. Это пишут те же люди, что боятся в Нью-Йорк ехать на машине. Наверное. Вот и все. А нам-то что? Не, ну, в принципе, пока ничего страшного, прямо едешь и все, и ну, ничего. Да, едешь прям, ну да, машин много. Ну, может быть, будет какие-то тут... Вот спорты. Нам туда надо будет Тардастра с Гарденс энд Зу. Да. Это вот этот парк, эти сады всякие. А, ну хорошо, поедем.
тебя сколько вообще лошадиных сил в этой машине? Да, она такая а слабенькая. Какие-то, по-моему, ресторанчики пошли. Ресторанчики пошли? Да. Но это вообще фиш-маркет или нет? Не знаю. Может быть. Где фиш-маркет? Надо на гугле в этой навигацию включить офлайновую. Может посмотреть, где мы находимся? Может. А где пристать-то? А, тут пока и встать негде. Клиффорд Парк. Это что такое? Так-так-так. Это еще что такое? Пушки. Ага. Хм. Муляж. Ну да. Конечно, не пушки. Да. А вот это вот Paradise Island, вот с той стороны, наверное. И да, вот эти вот все круизы ходят. Не, ну раз мы доехали до Paradise Island, тут как раз и начинается вся движуха с этой стороны тоже. Всякие там магазины, рестораны. Ну а фиш-маркет, он на юг от этого Paradise Island. Ну значит, сейчас мы туда поедем. Какой домик? Это что такое? Школа? Да. Ничего себе, вот это школа. Там был... Нет, это не школа, там Марит какой-то центр. Смеси, но слева. Бэй-стрит, Насу-стрит, это туда, но нам еще дальше. Да, неплохо было бы где-нибудь остановиться и на карту взглянуть. Давай посмотрим, где тут можно снять.